Всем привет, это Александр, и сегодня моя первая распаковка эксклюзивной мини-фигурки от Сергея Брик Предатора. Не судите строго. Вот такая коробка, прикольная, эксклюзивный набор. Открывается, сейчас мы ее вскроем. И не терпится выйти ко мне. Сразу мы подготовили на площадочку. Вот такая вот она. Вот, красотка. Так она выглядит без маски. Так вот она со всех сторон. На плаще у нее написано, что она моя личная телохранительница. Клинописью народа Яуджа. Сейчас найдем, надеть маску. И посмотрим, что там еще есть. Вот еще у нас есть вот такой вот лук. Он не менее лютый, чем сама подруга с черепами. И также у нас имеется вот такой колчан. Оп. О, со стрелами. Такие вот стрелы. Сейчас я все это аккуратно надену. Оп, о, вот такая. Крутая. Это будет, безусловно, жемчужина моей коллекции Сергеевых хищников. Действительно, моя личная телохранительница, которая, я надеюсь, принесет мне удачу. А Сергею огромное спасибо за его, не побоюсь этого слова, шедевр.